Они совершили подвиг, сделали что-то значимое для общества. Кто-то спасал людей из огня, кто-то проводил сложнейшие операции, кто-то делал открытия. Сегодня государственные и краевые награды вручили жителям Алтайского края. Всего в числе награжденных 32 человека. Это те, кого назвали лучшими трудовые коллективы и организации. В списке награжденных скульптор из Белокурихи Владимир Вайчишин. В этом году в городе-курорте открылся его проект «Первая в Сибири действующая водяная мельница». А сейчас мастер работает сразу над 4 арт-объектами в Белокурихе-2. Но больше всего среди награжденных людей рабочих профессий. Тружеников села, врачей, учителей, общественных деятелей. Награды им вручил лично губернатор Александр Карлин. Наша страна уверенно смотрит в будущее. Ведь помимо военной мощи у России есть самый ценный ресурс для развития. Это наши люди, наши соотечественники. И жители Алтайского края яркое тому подтверждение. Пусть наступающий год станет для вас временем оправдавшейся надежд, периодом созидательной и благотворной работы и больших достижений.